рад приветствовать вас, дорогой друг и участник видеокурса. В этом видеоуроке я покажу вам несколько способов получения прибыли с помощью промо-видео, промо-роликов или любого другого видео. Начнем с самого простого и самого действенного способа для начинающих. Список знакомых. Для этого вам просто необходимо собрать в памяти и записать на лист бумаги или в блокнот, или в электронном виде список знакомых, друзей и родственников, не задумываясь о том, нужно им или не нужно иметь такое видео, такие промо-видеоролики. Как же извлекать прибыль из этого списка знакомых? Для этого необходимо создать свой первый промо-видеоролик, в котором можно было бы увидеть, на что вы способны, и этот промо-видеоролик отображал бы презентацию какого-либо продукта, компании или просто презентовал бы вас как профессионала в создании промо-видео. А дальше уже вы можете отталкиваться от своей фантазии. Вы можете встречаться с вашими друзьями, знакомыми и близкими как лично, так и на расстоянии можно показывать эти промо-видеоролики. Суть от этого не меняется, но ваша задача состоит в том, чтобы вы могли сразу же увидеть реакцию человека. Показав свою работу, вы должны сразу же задать вопрос, понравился им или нет ваш промо-видеоролик. И после этого сказать о том, что вы можете сделать такой промо-ролик для них. Если же ваш знакомый или родственник не имеет никакого интереса или отношения к созданию для себя лично промо-видео или для своей деятельности, вы можете взять рекомендацию какую-либо или напомнить о том, что для его знакомых вы также готовы сделать ролик под заказ. Я вас уверяю, у вас по-любому появятся первые заказчики уже в первое время, если вы будете действовать по этому списку. Список ваш, конечно же, будет увеличиваться благодаря получению рекомендаций от ваших знакомых, и вы сможете снова получать новые контакты и дальше вести свою деятельность. Как раз свой первый заказ я получил от одной знакомой, которой понравился мой видеоролик на сайте, и она для своей фирмы сделала заказ трехминутного ролика и оплатила этот ролик наличными деньгами. Я получил за создание трехминутного ролика свои $500. Когда вы будете составлять список, не нужно анализировать и думать за людей. Не нужно думать, что кому-то не нужно видео, а кому-то нужно. Просто запишите все имена людей, которых вы знаете, и начните общаться с ними, показывая свою работу или свои ролики и рассказывая о преимуществах применения видео в своей деятельности или в деятельности тех людей, которым вы будете показывать это видео. И заказы у вас появятся 100%. Следующий способ получения прибыли от видео – фриланс. Получив знания и опыт в создании промо-видеороликов, вы спокойно можете зарабатывать деньги, делая такие же ролики для других людей под заказ. То есть вы можете размещать свои объявления о предоставлении вами услуг по созданию промо-видеороликов. На сегодняшний день многие работодатели и предприниматели пользуются услугами фрилансеров. В сети интернет можно найти много фриланс-ресурсов, где вы можете разместить информацию о предоставлении своих услуг. Примерами могут служить free-lance.ru, freelance.ru, weblancer.net. Вам нужно просто зарегистрироваться и указать, какие услуги вы будете предоставлять, в данном случае промо-видеоролики под заказ. Ну и вы также можете дать объявление в прессе. Следующий способ – размещать свою ссылку во всех созданных вами видео, в том числе и заказных видеороликах. Благодаря этому на ваш сайт, где размещены ваши расценки и ваши готовые промо-ролики и примеры промо-роликов, которые вы можете делать, будут попадать целевые посетители, которые интересуются созданием промо-видео под заказ. Когда вы будете делать промо-видео под заказ для кого-то, договоритесь, что
в этом видео несколько раз вы могли бы разместить свою личную ссылку на ваш сайт или блог, на котором будет выложена информация о вас, о предоставлении вами услуг или примеры создания вами промо-видео. Заработать на видео можно, размещая уникальные видеоролики и клипы на специальные видеохостинги и размещая в этих видеоматериалах рекламу. Суть заработка заключается в следующем. Вам предлагается загружать различные видеоролики и клипы на специальные видеохостинги. Соответственно, вы будете зарабатывать с просмотров этих видеороликов пользователями видеохостинга. И чем большей популярностью будут пользоваться ваши видеоролики среди зрителей этих видеохостингов, тем больше вы сможете зарабатывать. Также по желанию в видео может быть вставлена контекстная реклама, либо небольшой рекламный ролик длительностью не больше 30 секунд. Для того, чтобы заработать на видео с данным хостингом, нужно просто зарегистрироваться и загрузить свое видео. Одним из основных и лидирующих видеохостингов в мире является видеохостинг youtube.com. Чтобы заработать на видео, можно также использовать этот ресурс. Заработать на видео с YouTube можно, зарегистрировавшись в партнерской программе данного видеохостинга. Для этого нужно создать на YouTube свою страничку или же свой канал, на который, конечно же, разместить свои видеоматериалы. Заработок на YouTube зависит от выбранного типа рекламы. Давайте ознакомимся с этими типами. In-video – это рекламное объявление, которое накладывается на размещаемые партнером видеоролики. In-stream – это специальное видеообъявление, которое показывается до или после показа видеоролика партнера, а также непосредственно во время показа ролика. Баннерная реклама – это обычные рекламные баннеры, которые показываются на странице или канале партнера над списком «Похожее видео». TrueWire InStream – это специальное рекламное объявление, которое пользователь может при желании пропускать. Заработать на видео с YouTube можно, имея активный аккаунт пользователя YouTube и активный аккаунт Google AdSense, а также соблюдая условия использования YouTube. Для связывания аккаунтов YouTube и Google AdSense между собой необходимо выполнить несколько простых действий. Войти в аккаунт AdSense и во вкладке «Мой аккаунт» перейти в раздел «Доступ к аккаунту». Войти в аккаунт YouTube и в окне уведомления на главной странице нажать на ссылку для связывания аккаунтов AdSense и YouTube. В соответствующем поле ввести информацию об аккаунте AdSense. Заработок на YouTube можно получать, размещая контекстную рекламу Google AdSense, а также баннеры сторонних рекламодателей. Просто записывайте свои интересные видео и выкладывайте на youtube.com. Главное, не забудьте вставить контекстную рекламу AdSense до и после просмотра вашего ролика. Благодаря данному видеоуроку, я надеюсь, у вас появилось больше информации и знаний, как извлекать прибыль с помощью промо-видео. Осталось только создать свой первый промо-видеоролик. Желаю вам успехов. Увидимся с вами в следующих выпусках видеокурса. С вами на связи был Вадим Дедык, ваш видеопромо-инструктор. До встречи в следующем уроке.